Ну а под номером 18 сейчас Украина, ее представительница, или можно сказать представитель, Верка Сердючка, он же артист Андрей Данилко. Родина Андрея Данилко — Полтава. Своего сценического персонажа Верку Сердючку Андрей придумал еще в школе. Участие Верки Сердючки на Евровидении началось со скандала, потому что в припеве конкурсной песни «Dancing» отчетливо слышалась фраза «Russia goodbye», «До свидания, Россия». Хотя Андрей Данилко уверял всех, что это якобы монгольское словосочетание «Russia goodbye», что в переводе якобы опять же означает «сбивать сливки». Может быть, таким образом артист надеется завоевать симпатии европейской публики и, соответственно, дополнительные баллы при голосовании. Ну что ж, прямо сейчас мы узнаем, кого он дурачит и о чем поет. Итак, Верка Сердючка, Украина. Alulu, 77 Alulu, 1, 2, 3. 77 Alulu, 77 1, 2. 77 Alulu, 1, 2, 3. Tanzen! Ich liebe es! 77 Alulu, 77 1, 2. 77 Alulu, nur 1, 2, 3. 77 Alulu, 77 1, 2. 77 Alulu, nur 1, 2, 3. Tanzen! Tanzen was хорошо! Ну, ну, ну! Молодцы! Тумбай. Говорят, что звезда на голове Верки Сердючки весит 8 килограммов. Не знаю, что слышали вы, но, по-моему, один раз прорвалось. Ну, это оставим это на совести Андрея Данилко судить вам, уважаемые зрители. А я хочу сказать, что несмотря на то, что Украина, Россия и Беларусь сегодня конкурируют на сцене Евровидения, за кулисами делегации стран сдружились и провели, кстати, отличную совместную славянскую вечеринку.